Около 1500 Дедов Морозов прошли по улицам Химок. Колонна стартовала от стадиона арены Химки, завершили шествие на площади перед театром «Наш дом». Возглавил парад в костюме главного волшебника зимы глава городского округа Дмитрий Волошин. Самое главное, что Деды Морозы сконцентрировались все у нас. И наши химкинские дети, и не только дети, но и взрослые, ждут Дедушек Мороза с подарками. Поэтому прошу вас, не забудьте, пожалуйста, никого поздравить. Для нас это очень важно. За шествием наблюдали химчане всех возрастов, но больше всех радовались дети. Я впервые вижу такое большое количество Дедов Морозов. Я немножко с ними прошла, и мне очень понравилось. Ну, интересно, здорово, когда такое большое количество собирается Дедов Морозов в одном месте, во главе вот с главным нашим химкинским Дедом Морозом, я так понимаю, был. Вот, очень интересно, эффектно смотрится. Детям самое главное нравится. Также наградили авторов самых оригинальных костюмов. Они получили ценные призы. Завершил мероприятие праздничный концерт с участием творческих коллективов. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей. Небольшие выдержки.